Я не видно так. А, нет, я знаю. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Guys, you in front of the camera. I'm filming the Ukrainian ones. Closer. Stop. What is over here? Yeah, I'm gonna be on that side. Am I good there? One more time. Can we do one more? А я не успел, я там. Я тоже хочу хороший шаг. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми ту червону калину підіймемо. Слава Україні! Слава Україні! Кат. Давай розкажи, що ви сьогодні робили? Это один из моих первых опытов в какой-то моделинге, в модельной индустрии. Это было приятно, это было интересно, что-то новое для меня. Я вышла из зоны комфорта, вот как моя подружка Аня тоже сказала. И, наверное... Познакомилась?
Да, да, несколько девочек, очень рада. Это как раз... Это все украинцы или с американскими девчонками? С американцами тоже познакомилась, тоже очень приятно было. Увидела, не знаю, какую-то поддержку тоже от них. Ты какие-то новые слова выучила английскую? За сегодня, наверное, нет, но, в общем, пока я тут... английским словам? Украинским словам? Слава... Нет, но слава Украине! Слава Украине выучили. Да, да. Думаешь ли ты, что вот то, что мы делаем, имеет какую-то значимость для людей дома в Украине, которые смотрят и скажут... В Америке тоже как бы люди политуют, помнят, хотят делать добро для Украины. Думаю, что да, даже маленькая какая-то моральная поддержка на другом конце мира, это, мне кажется, значимо для каждого даже человека, который на фронте находится или просто в Украине. Просто, что они видят, что мы не забываем, что мы знаем, и нам тоже приятно, что мы какая-то часть этого. Очень много сейчас приехало, более 1000 семей в нашу организацию, в Юру Яна. И многие депрессируют, многие плохо себя чувствуют. Многим тяжело ассимилироваться, понять в таком возрасте, как и что в этой стране делать. Я думаю, что ты, что вот такие участия в таких мероприятиях могут помочь интегрироваться и понять, разобраться вообще, как это все здесь работает, что здесь. Скажем, мы ходили в Сефору, накрасились бесплатно, потом сходили в магазин, взяли одежду, купили, потом пошли, сдали. Есть как бы какие-то определенные трюки, которые ну, постепенно обучаешься. Как бы не знаю, как в метро сесть, как, знаешь, можно два раза карточку проехал, два часа она работает, как называется, автобус или другой метро в течение двух часов. Вот такие вот простые как бы вещи полезны. Да, даже когда ты используешь, вот, к примеру, идешь или в ту самую Сефору, или пользуешься метро, или ты людям открываешься и говоришь, что ты с Украины, в этой стране ты чувствуешь какую-то поддержку, даже если они сами американцы. Это очень приятно. Ты тут со временем, если ты открыт, ты не будешь чувствовать себя одним. Поэтому не надо бояться, надо просто говорить о себе, надо говорить, что ты есть, и люди к тебе потянутся. У тебя Инстаграм есть? Да, да, Лилунелла, это как L-I, L-Y, double L-A. Меня зовут Моника, я из Украины. Моника, ты сегодня видела и поучаствовала в различных наших шоу. Какие у тебя впечатления, что тебе понравилось? У меня очень-очень-очень суперские эмоции. Я в первый раз, в принципе, на таком шоу, на таких показах, где очень много девчонок принимало участие, как из Нью-Йорка, да, из Соединенных Штатов Америки, так и из Украины. Я дуже люблю свою країну. Слава Україні! Сегодня для меня, как и для многих девчонок, моих подружек, уже с которыми я здесь познакомилась. Да, да, да. Мы очень полезно было. Это для меня было очень-очень вообще таким большой неожиданностью, потому что у нас как бы такого нет. И здесь, когда я уже покупала себе вещи, то да, в течение 10 дней можно принести, если тебе размер не подошел, то можно принести назад, и то есть без проблем это все меняют. Ну, я встречала, ну, была, скупалась в магазине. Да, 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 конечно. В моей ситуации было 10 дней. Money. Да, я очень-очень с удовольствием бы еще поучаствовала. Конечно, конечно, я думаю, что это будет как бы видео, фото, да, какие-то фотоотчеты. Это будет огромной поддержкой в пользу нашей страны. Нет, я больше специалист по наращиванию волос. Да.
Есть разные способы. Можно как в Китае купить, так покупаются и в России, и в Украине эти волосы. Да, в России мы, естественно, сейчас не покупаем ничего. Очень, ну, как бы есть магазины, которые продают волосы очень хорошего качества. Их нужно искать. Это все, знаете, есть такие, как ошибки. И там какие-то навыки в том, что как все люди ошибаются, точно так же можно ошибиться с волосами. То есть с практикой, со временем ты находишь тех как бы людей, где продаются очень качественные волосы. Да. Да. Нет, это очень даже замечательно. Мне кажется, что участвовать и поддерживать, ну, мне кажется, это классно. Мой инстаграм, ТикТок Моня, 4 семерки. Лиса. С кем пришла? С мамой? Да. Маму любишь? Да. Крепко любишь? Что? Маму крепко любишь? Да. Расскажи мне, что бы ты хотела рассказать. Держи микрофон ближе. Ну, как началась война, например. Как началась война? Как началась война? Хочешь про войну рассказать? А что-то, может, получше что? Расскажешь? Расскажи мне что-нибудь. Что хочешь рассказывать? Что тебя волнует? А? Что тебя волнует? Расскажи. Вот о чем тебе хотелось бы поговорить? Что папу хочу. Ну вот и расскажи, как тебе жилось с папой. За что еще идем скучать? С папой скучаешь? Папу любишь? Да. Ну вот так и расскажи, что папа мой остался в Украине. Я очень его люблю, очень за ним скучаю. Больше всего хотела бы с ним увидеться. Вот так и скажи. А ты знаешь, насколько значим твой папа? Да. Знаешь, что он герой? Защищает Украину. Очень многие сбежали и молятся. Да, я, кстати, сегодня узнала о двух наших знакомых, которые записались многодетными отцами и сейчас в Словакии сидят. Очень многие. Так стыдно вообще, караул. И главное, они больше всех, когда вот это все было, кто не скачет, то ему спать. На мужа моего тыкали пальцами, что он не особо это, а сами там скакали. А теперь вот так вот скакали, оказывается, в Словакию. Сделали себе справки, что у них там по 10 детей. Мы твоим папой очень гордимся. У тебя папа просто молодец. И это очень... Так что ты расскажи. Скажем, я надеюсь, что твой папа вернется и приедет сюда, и он посмотрит это интервью. Я думаю, что папе будет приятно. Можешь записать папе сообщение, мы его пошлем видео. Что ты хочешь папе сказать? Что я папу люблю, целую хорошо, очень крепко. Держи микрофон к себе. Гордишься, что ты папой? Да. Папа скучает за папой, да? Ты его отмечаешь, что он вернется, приедет, да? Да. А куда вы с ним вместе пойдете? В зоопарк? Куда ты его отвезешь? В зоопарк. В зоопарк возьмешь? В зоопарк и в парк. На конюшне, в лошадях папа любит кататься? Да. Ты знаешь, у меня есть дочка старшая, у нее 2 лошади есть на конюшне. Я могу тебя взять с собой покататься на лошадях. Хочешь покататься? Знаешь, что здесь зоопарки по средам абсолютно бесплатные. Каждую среду можно ходить в зоопарке с вами. Знаете об этом? Да, я читала, я нашла сайт, там где поднял вообще какие музеи. Так, мамочка. Ты у меня попалась. Вот а чем ты увлекаешься? Что ты любишь делать? Я люблю играть, танцевать. Там. А что ты любишь играть? В Майнкрафт играешь? Хочет скачивать его. Это да, у нас та же самая проблема. У меня сыну 9 лет. Тебе сколько лет? 7. Это проблема с Майнкрафтом. Очень многие родители, я тоже не хотел скачивать своему сыну. Пришлось, но со временем сдаешься. Ну да. А во что ты любишь играть? Ну вообще в настольные игры. Например, в лото, домино. Там. А в куклы играешь? Ой, куклы, это все. Мамочка, одну минуточку. Хочу поиграться куколками. Да. Окей. Ну, давай узнаем еще, что ты думаешь про маму. А? Про маму свою, что ты думаешь? Что, она у меня самая красивая на свете.
Еще раз повторю, чтобы вы слышали. Что она самая красивая на свете. Это абсолютно правда. Даже сомнений в этом нет. Моя дочка думает также про свою маму. Мой сын также про мою. Я думаю, что каждая дочка любит, думает так про свою маму. Это очень правильно. Я думаю, что если у тебя есть еще информация поделиться, можем поговорить, рассказать. Есть, есть сестра еще? Настя? Настя. Сколько Насте лет? 22. 22. Ты мое шоу видела с моделями? Нет? Пропустила? Да, мы просто. Не страшно. Если захочешь в следующий раз пригласить сестру поучаствовать, может, она здесь или она осталась в Украине? Она в Киеве. В Киеве. Ну, мы ей покажем видео с тобой. Надеюсь, что ей понравится. Может, ты в следующий раз согласишься поучаствовать. У нас детское шоу тоже. О, так расскажи, чем ты занималась, когда мы в Киеве были. Здесь ты продолжаешь, в принципе, заниматься. Скажи, что ты делаешь? Акробатикой. Танцы я тут не делаю. Здесь мы нет, мы просто не нашли такие танцы, как были в Киеве. А какие были танцы в Киеве? Вирский был. А? Ансамбль имени Вирского был, хореографическая школа. Видите, не грубо. Да, здорово. Я знаю, здесь очень много танцевальных школ, и мы обязательно тебе поможем найти хорошую. О, это было бы очень хорошо. Потому что мы очень долго искали художественную, ну, акробатикой она занималась. Акробатикой? Тоже знаю, с ней неделя. Мы ходим... Будьте добры, представьтесь. Сейчас, Владимир Горянский. Владимир, мне сказано, что вы очень сильный украинский актер. Человек украинской сфере. Расскажите, пожалуйста, кто вы? Микрофон тут идет. Народный артист Украины. Много-много лет работаю в театре, снимаюсь в кино. Драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Да, Киев. Скажите ваше творческое и как вы сейчас работаете в Нью-Йорке, как будет продолжаться дальше у вас в дальнейшем сейчас в Нью-Йорке? Ну, та ситуация, которая сейчас произошла на Украине, конечно, сейчас не до театра, хотя... Хотя я понимаю, да, именно театр, который сейчас ориентируется действительно на передовые, многие артисты ездят на передовые, дают концерты, дают творческие вечера, поэтому сейчас театр переориентировался немножко, хотя Киев и киевские театры, не все, но потихоньку начинают давать представления, вот, но в целях безопасности это малые сцены и такие небольшие залы. Вот. На Западной Украине там уже более-менее такая гастрольная жизнь, я бы даже сказал, начинается. И я думаю, что артисты, и театры, и вообще эстрадные артисты, и вообще люди искусства должны поддерживать дух. Если делать театр, вы знаете, делать театр здесь, в Нью-Йорке, и показывать его в Украине, насколько значимо, если делать здесь выступление, здесь работать, и записывать, и показывать там. Вы знаете, сейчас любая помощь, любые идеи, что касаются поддержки Украины, будь то театр, будь то эстрада, будь что-либо, они только приветствуются. И я думаю, что если в Нью-Йорке сделать какую-то акцию, программу, я не знаю, какой-то театр, записать действительно какие-то... Абсолютно бесплатно. То есть там два помещения, там 100 человек и еще 64 места. То есть мы должны платить, скажем, мы продаем билеты по $100, мы всего лишь платим $2 с каждого билета. И $98 остаются наши. Так мы можем привести какие-то коллективы украинские, ну, такие малонаселенные. Очень много у нас антреприз в Украине, и сделать такую акцию в Нью-Йорк, Киев, Нью-Йорк, да, поддержка Украины. Огромные актеры, только чтобы артисты. Самое важное,
это чтобы это было премьера. Ну, я с удовольствием с вами обменяюсь телефонами и могу предложить вам замечательные спектакли, которые идут в Украине, и не только в Украине. А, премьерные. Нет проблем. Нет проблем. У нас в Украине очень много премьерных спектаклей, потому что и Киев, вообще Украина – это театральные города, где любят театр, и премьер, если вообще по всей Украине собрать, то будет столько, что… Хорошо. У вас есть какая-то информация, которая с окружающим миром? Скажем, у меня в среднем где-то получается 15 миллионов просмотров в месяц. Заговорился, воды дать? Нет. У меня где-то в среднем за 3 миллиона подписчиков. У меня есть аудитория, которая смотрит меня. Что можно предложить, связанное с Украиной, которое могли бы вы делать? Что бы вы могли бы снять? Может, какую-то репризу, может, какой-то фильм, может, какую-то шутку. Какие-то вещи, которые были бы полезны вам, и люди бы, наверное, смотрели. Вообще снять? Вот, вот я бы с Яном пытаемся сейчас кино делать. Не, ну сейчас я не готов. Не в данную секунду. Нет, может быть, это мысль на следующую беседу. У вас есть Инстаграм? Нет, у меня Фейсбук. А Фейсбук есть? Можете сказать, какой у вас Фейсбук? Фейсбук у меня Горянский. Горянский Владимир. Просто. Горянский Владимир. Моника. Моника, а вот как ты узнала про наше шоу сегодня? Я узнала из центра помощи украинцам. А ты из Украины? Да, я из Украины. Из города Днепропетровск. У вас у меня жена с приближенностью. Как давно ты приехала? 3 недели назад, по гуманитарному паролю. Тебе нравится здесь? Очень. А что ты там была? Я была мастером по наращиванию волос. Круто, это очень здесь требуется. Да. Девочка любит. А с кем ты приехала? Ты сама, с семьей? Я приехала с мужем. С мужем, да. Да, конечно, придет, обязательно. На 2 часа придет, да. Сейчас он работает уже на фирме, которая занимается, да, да, нашел, занимается там что-то связано со стиральными машинками. Да. Да. Ты любишь моду? Очень. Моду, красоту, музыку. Музыку ты поешь? Нет, я просто люблю танцевать, да. Да. Но занималась у себя на родине, я занималась стрип-дэнсом. Да, да. На пилоне. Здесь две девочки, Катя и Настя, если ты знаешь, они тоже недавно с Украины приехали, у них почти больше миллиона подписчиков. Они участвуют в стрип-дэнсе в Украине в прошлый раз. Они близняшки, тоже делают на полдансе. Классно. Да. А у тебя есть Инстаграм? Есть Инстаграм, есть у меня ТикТок. Так, мой Инстаграм ТикТок Моня, 4 семерки. И мой ТикТок Моня, 5 семерок. Наташа, Наталья. Угу. Так, окей. Я из Харькова. Из Харькова. Как раз я давно приехала, 16 лет назад. Я давно, но я так переживаю за Харьков. Там руины. У меня там очень много родственников, друзей. Мы отправили туда носки солдаты, мы отправили футболки, они просят. Мы отправляем запчасти. Немногие на своих машинах в войну ездят. Мы здесь на eBay покупаем машины, эти запчасти и жены отправляем в Польшу. Да. И вот такие чемоданы просто везут им на передовую. Да, мы тоже помогаем, участвуем. Кто как может. Кто что умеет, тот и делает. А сегодня вот... Как ты видишь себя сегодня? Что ты будешь делать? Что ты имеешь в виду сегодня, ну, делать? Сегодня у нас будет фашечка. Да. Будет. Поняла. Мои интересы, как бы, тебя вижу. Девушки, которые только приехали,
помочь им ассимилироваться, узнать наши традиции, как сесть в метро, как купить билеты, как на работу устроиться. То есть я хочу, чтобы они познакомились с детьми, взяли их телефоны, выучили английский, стали, вроде они очень красивые, они могут моделировать. Смотри, я поняла твой вопрос. Да, смотри, я на самом деле как бы чувствую, что я психологически должна помочь, это внутри меня сидит, поскольку я не могу физически быть там, хочется помочь любыми путями, которыми ты можешь. То есть я готова какую-то информацию предоставить, поддержать кого-то, поговорить, английский, то есть что угодно, плюс то есть поддержка. Что нам нужно сегодня? Да. Скажи, если ты можешь сделать прямой эфир с телефона, у меня вот скажем, солдаты, друзья, да. Когда я иду матом, делаю лайвстрим для них, они видят красивых девочек, да. Люди в поддержку Украины, что сейчас уже все забыли. Именно в поддержку, чтобы не забывал. Я согласна. Сейчас нужно поддерживать, чтобы люди не забывали, а напоминать им периодически об этом. Для этого нужно делать вот такие вот мероприятия. И поддерживать, то есть... Пару теплых слов про Яну, про Иру, потому что я Иру, например, знаю больше 20 лет, наверное. Ира, конечно, Ира просто такой светлый человек. Я таких людей встречаю, если в своей жизни, они остаются у меня на всю жизнь, в друзьях. То есть это люди, с которыми можно полгода не общаться, а потом как будто бы мы не прощались никогда. То есть это человечек очень светлый. И побольше бы таких людей в мире. Ира... Сейчас они очень много еды приносят. Конечно. Устраивают работу. Моему папе клинику уже двух человек она устроила. Помогают, чтобы в банке открыть счет. Помогают права водительские. Как люди, кто не знает английский, они делают уроки. Там пятница, суббота, воскресенье, по-моему, да. Продукты. Сейчас это все очень много людей задействовано. Все, кто, даже сами вот, кто приходит вещи брать, они же сами помогают друг другу. Они перебирают эти вещи, складывают. Все очень такие вот люди помогают друг другу. Знаешь, как... Сразу как Запорожская сечь, все дружненько, раз, такими домиками, я да. Думаю, что если ты научишь наших американских моделей каким-то украинским важным словам, там, слава Украине, или там... Поляныца. Поляныца. Такие вещи тоже полезны, потому что это как бы внедряет украинский, даже вот спеллинг, раньше, дальше Одесса была через два яса, теперь одна яса по-украински. Даже такие мелочи могут влиять на... Одесса? Одесса писалась по-русски. Ну да. Одесса 2С. Угу. Киев. Сейчас все, Львив. Киев. Все слова сегодня, даже Google Translate поменял. То есть Google раньше все было русскими. Да, понимаешь, как... Когда они говорят, да, вот вы плохие, вы нас обзываете кацапами, москалями, вы не хотите с нами дружить. Когда вы ворвались в мой дом, разграбили, убили, знаешь, это... Очень много русских девочек тоже. Конечно. Есть очень многие, которые стесняются, скорбят, которые лично хотят в власти. Не все русские за Путина, я бы сказала. Нет, я знаю, слушай, я вообще попала... Я была в Коста-Рике, когда началась война. И я там встретила много русских девчонок, которые там живут. Они бежали просто, бежали от Путина. Хорошо. Ты можешь сказать, сколько у тебя Инстаграм, Фейсбук? Что у меня? Инстаграм есть? Да, конечно, есть. Скажи. Что сказать? Что у меня есть Инстаграм? Ну, какой, как тебя зовут, если люди хотят сотрудничать, познакомиться. Окей. Будут видеть это интервью, правильно? Они захотят, скажем, я тоже хочу волонтерить. Сейчас, ты же потом вырезаешь все. У меня там просто спеллинг такой стрёмный. Да. Про спеллинг, чтобы запомнить. Я поняла. Сейчас, подожди. Натали Пушкина. Натали. Точка Пушкина. Вик, расскажи, что там, твоя история. Ты очень высокая, ты очень юная. Да, я приехала из Киева. Я учусь в медицинском университете, да, еще провизор. Да, да, да. Это как бы фармацевт, но квалификация лучше. Я могу иметь свою аптеку и все остальное. Да, и... да, да. Ну, это потому что можно идти делать лекарства на фабрику и на все остальное. Это очень перспективное дело. А, вообще, да. А с кем ты приехала? Я приехала со своей семьей, но только с братом и его женой. Да. Они
Да, сегодня придут. Чем ты увлекаешься, кто ты как человек? Большой теннис. Большой теннис? Да, да. Я люблю спорт, я люблю рисовать очень сильно. Маслом. Да, да. А здесь много художников, очень много сюда пойти. И для тенниса я тебе могу показать ряд мест, где можно заниматься, играть в теннис, и это бесплатно. Да, я уже смотрела, пойди. И я говорю, у меня есть пару учителей, которые тренируют теннис. Напомни мне, я позвоню, потому что да. Вербирование, ракетки, дадут поддержку. Если что-то еще хочешь поделиться на камеру, буду рад. Нет, спасибо, пока что все. Да, у меня есть Инстаграм. 7 семерок. Это любимое мое число, поэтому так. My name is Kelsey Farley, and I'm here with Maxim Fasenko. So, Max, who are you? Well, I'm actually an actor and a model. I used to be in Russia, and because of the regime, because of our president, who's like really cruel, I had to escape to New York here. That's why I'm here now. I'm gonna continue doing all that modeling stuff, you know, because like I used to be, I'm an oppositioner, so I'm against the war, I'm against all that stuff, against that. I don't really have against that madness which is happening in my country. That's why I'm here. Yeah, I've got lots of relatives in Ukraine. I've got a family. I love Kyiv. It is my one of the best cities I've ever been in. You know, and this is I don't have any words how to explain that what's happening. Yeah, and that's very like meaningful that you were able to come here and escape. Do you have any loved ones in Russia right now that are looking to come back? Yeah, I've got a family. I've got my dad and my mom there. I've got also my sister, my dogs. I've got three dogs and three cats, all of them there. It's really like complicated for me, like, you know, it's kind of tough to talk with them always on FaceTime, but still we keep in touch with them, so everything's fine. Yeah, that must be really hard being separated from your family and your pets like that. How are you doing? How are you feeling right now? Well, I'm over the moon because I'm here, you know. I was invited here in this fashion show which supports Ukraine, which I've met lots of new people here. So I'm over the moon, yeah, that's it. Right, well, that's really great. And I'm so happy that you were able to get here. And hopefully we can get your family over here too. Yeah, I hope so. That's going to be great. Yeah, thank you. Настя, вот ты пришла сегодня на шоу. Тебе что-то понравилось, тебе что-то не понравилось. Расскажи вообще, кто ты и вот что ты думаешь про сегодняшний день? Мне понравилось то, что очень много людей поддерживают Украину. То, что многие люди, которые подходили к нам, просто хотели сфотографироваться, сказать пару слов в поддержку, рассказывали, как они свои дома в Европе, допустим, отдают украинским беженцам, что они отправляют деньги на помощь нашей стране. И это очень важно. Я надеюсь, что люди, посмотрев наше сегодняшнее шоу, тоже проникнутся любовью и заботой и захотят помочь еще Украине. Потому что раньше вся площадь, все было в украинских флагах. Прошло пару месяцев, и люди забыли. В Африке сейчас идет 9 войн. А в них даже никто не вспоминает, не знает. Украина попала в новости, но теперь это тоже из новостей выскочило. Как сделать, чтобы медиа, как бы, но люди не забывали, что это серьезные неприятности происходят в Украине? Ну, Зеленский, по моему мнению, принял очень правильное решение в том, что он популяризировал всю ситуацию, которая происходит в Украине, что он распространял эту информацию, что он лично обращался, что он привлекал все мировые сообщества говорить об этом и адресовать эту ситуацию, проблему, не оставаться в стране. Я думаю, что, опять же, силами украинской власти и силами простых людей, которые будут, там, не знаю, как удобно, еженедельно или раз в месяц выходить на митинги в поддержку Украины, мы сможем сохранить интерес людей и поддержку. А вот смотри, многие модели ждали, чтобы им вещи подарили, принесли. Ты пошла просто в магазин и купила себе одежду. Насколько важно, вот есть, да, скажем, вот Ян, Ира привезли, оперируют более 1000 семей украинских, которые приехали.
Из них, скажем, половина достаточно состоятельных, они имели возможность купить билеты и прилететь сюда в нее. А половина очень скромно живут и перебираются у кого-то. Там спят на диване у кого-то, то еще. То есть они не совсем состоятельные люди сегодня приехали. Как кому помочь, как помогать? Богатым же тоже надо помогать, потому что у них были миллионы долларов. I'll send you the photos to you. Thank you. Yeah? Yeah. He's the boss here. I told him that, like, he wasn't everything, so... Я прошу прощения, значит, смотри, где, что я говорил до этого. Я говорил за то, что... О помощи людям и разным людям. Социальным да. классам. Группа приехала очень состоятельных украинцев, у которых были миллионы долларов, и они все потеряли и пропали. Они же тоже люди, правда? А то, что они богатые, это не делает их, что им нельзя, не надо помогать. И приехали очень несостоятельные люди. Как, кому как помогать? Как? Я думаю, что это очень субъективно. Я думаю, что каждому человеку... Ты не богат, завтра бедный. Ты не бедный, завтра богат. Не в деньгах счастье отнюдь. Я думаю, что каждому человеку прежде всего нужна поддержка, знать, что он не один. А дальше определиться, каким путем ему двигаться, в каком направлении идти и что ему нужно. Я думаю, что украинское сообщество здесь, оно важно, поскольку совет... о том, где найти работу, совет о том, как оформить документы и получить медицинскую страховку, это очень важно. Очень важно иметь к кому обратиться. И тут нет разницы, богатый человек или бедный. Кому-то нужна финансовая помощь, но... Инстаграм у тебя есть? Да. Можешь сказать? D.YOVA. Твоё имя? Аня. Аня. Тут приемная Лиля. Когда ты приехала и... А, ясно. Там не слышно. Поняла. Так, як тебе звати? Аня. Аня, дуже приємно. Мене звати Ліля. А, підкажи, давай коли... чуть-чуть в сторону станемо, щоб люди побігли. Ви нормально було, просто добре. Добре. Просто от так, як всі. Розкажи про сьогоднішній день. Що ви сьогодні робили? Да, конечно, понравилось, все понравилось. Я была в роли модели. Ну, конечно, любит. Конечно, муж любит Украину. Мы все любим. Поляныця? Да, конечно, очень. Нет, нет. Мне все понравилось, все классно. Скажи мне, когда-то на войне, правильно? Помогает ли это людям, Конечно, я думаю, что да. Я думаю, что мы им помогаем даже тем, что мы можем их поддержать в любой стране, где в любом месте, где бы мы ни были. Расскажи вот о твоих первых шагах на Майорке. Что тебе понравилось? Что не разобралась? Пока еще не очень разобралась, я здесь мало времени, только 3 недели. Ну, почти 3. Да, я уже 3-й раз здесь, да. Очень красиво. Да. Ну, такое. Слава Украине.